23 апреля 1945 года. Войска 1-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока. Они продвинулись вперед от 60 до 100 километров, овладели крупными городами и ворвались в столицу Германии. Войска фронта взяли в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров. Захватили 85 полевых орудий, более 3000 автомашин, 67 паровозов. Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону немцев на реке Нейсе. Продвинулись вперед от 80 до 160 километров, овладели 12 городами и ворвались в Берлин. За 23 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 60 самолетов противника.